лучше, чем через полгода. Дыхания не хватило. Добрый вечер! Добрый вечер, мои дорогие! Вы знаете, я торопила всех как могла, потому что в афише написано, что начало концерта в 20.00, а на самом деле в 20.00 сбор гостей. И поэтому мы не начинали. И я говорю, давайте уже хотя бы на 5 минут раньше выйдем, потому что я слышала, как вы кричали, я слышала, как вы ждали. Я тоже очень ждала этой нашей встречи, несмотря на невероятную... Просто можно я пожалуюсь? Можно я пожалуюсь? Пожалуйста. Парни уже ржут надо мной, уже не могут это слушать. Я не знаю, уже 3 недели у меня не было не то что выходного, я не могла даже поспать нормально. Я в таком адском состоянии, но это не повлияет ни на звук, ни на песни, ни на настроение, ни на что, потому что я настолько люблю свою работу, я настолько люблю вас всех, и каждая встреча с вами для меня настолько важна, что все остальное становится неважным, ненужным, лишним, и вы меня излечиваете от любого недуга, даже от хронического недосыпа и синдрома, какой там, синдрома хронической усталости, вот. В общем, еще раз всем вам добрый вечер! Спасибо в очередной раз за полный зал! Конечно же, это для каждого артиста очень важно. Видеть, что люди приходят и приходят спустя такой небольшой промежуток времени. Обычно такие концерты не делаются с таким маленьким промежутком, они делаются хотя бы раз в год. Да, но вот руководство клуба 16 тонн рискнуло, и так в прошлый раз было хорошо нам с вами, что мы решили собраться спустя всего лишь сколько-то, 4 или 5 месяцев, и вы снова все здесь, и снова полный зал. Я вас благодарю за это всей душой. Ну, а мы продолжаем, несмотря на усталость, и на то, что говорить мне сейчас гораздо проще, чем петь. Ну, я буду петь. Люблю я это дело. С бессознательного возраста, так сказать, вот с такого. Поехали! Ну, естественно, куда без этой песни? Мы же в Москве! Я смотрела на него, 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 сквозь него, него, реву не могу. Я так не выдержу, удалю, топлю, да ну ко дну. Не твое кольцо на моей руке, все приплыли уже трое в игре. Мы по логике вещей жениться в этой похоти в пустоте. Не твое лицо в отражении, пора признать обоим поражение. Без движения туго скорбно, выбили стекла, вот и холодно. Все хорошо, у нас все не так, эти просто не белый флаг. На ответы вопросы у меня так непросто все. Ты и я, и глыбы, и снова не твоя хлеба. Прошлое.
глоток чая. И Русь. И Русь. Вот и Русь всегда со мной. Горячий хотя бы. Друзья мои, я, кстати, никогда не мерзну. Мне, наоборот, всегда жар. Ой. Подождите. Красивый мужчина, снимай. Это такая редкость. Мало, говорю, чая там налить надо. Ромашки, спасибо большое. Это мои самые... Ой, боже мой, не врали. Забирай, храни, как зеницу ока. Это мои самые любимые цветы. Я вообще люблю все полевые и все такие простые, самые. Ну и, конечно же, тут какая женщина любит цветы? Любая, даже артисты, когда говорят, знаете, ой, цветы, ну, когда цветы, не знаю, думаю, вазы хватает, у меня все хватает. Я как бы поехала, купила целую гору, Маша, у меня что-то с ухом слева, а вот целую гору ваз себе, просто, ну, просто обычных ваз стеклянных, обычных, никаких там красивых, дорогущих и так далее, чтобы у меня всегда для каждого букета концерта дома было место для цветов. Я очень люблю цветы, и каждая женщина их любит. Дорогие мужчины, возьмите себе это на заметочку. Потому что, знаете, потом вот так вот раз. Раз и все. Она такая вас бросила. А вы такие ее забыть не можете. Думаете, ё-моё, к какому психологу идти, чтобы гештальт закрыть? Не работает левая рука. Сейчас вот сейчас все заработает. Текста у меня нет, могу забыть. Это текст, ребята, это я не от вас прячусь. Левая сторона, с моей стороны левая сторона, с вашей стороны правая сторона зала. Простите, пожалуйста. Просто есть две песни, слова которых я постоянно забываю. Я пока уберу вот прямо максимально. Макс, тебе не мешает, блядь? Ты не поломаешь, смотри, меня спросят еще. Вечно я виновата. Вот. А гештальты-то не распечатали мне, дядя? А, вот же он! Мне нравится город, который ты ненавидишь. Я люблю... Собственно, сочинение слова, понимаете, я могу забыть. А не хотелось бы. Но я столько раз слышала на концертах ваши недовольные. Нет, любящие, конечно, меня, но недовольные все-таки разговоры о том, что почему вы, Ирина, не поете гештальты. Действительно, песня, которая в этом году, дай бог, получит золотой граммофон, и песня, которая пришлась вам по душе, да, по правилам, да, ну а там как карта ляжет, как говорится. Я сама ее очень люблю, и вы знаете, это любимая песня моей мамы. Поэтому давайте споем ее все вместе. Если я вдруг буду забывать слова, смотреть в пол, имейте в виду, я забываю слова. Спешите все это на мою просто дичайшую усталость. Поехали! Я люблю вас, это мои лучшие! Город, который ты ненавидишь. Я люблю делать все то, что на тебя так. Я поставлю на ноги все, что ты во мне видишь. Странные ставки однажды тоже играют. Я тебе позволю все, что мне дамурачь. Стану пластилином, делай все, что ты хочешь. Я позакрываю клёбаные гештальты. Так хорошо, как где ты был раньше. Тебя нашла и не важно, даже если кончится плохо, я оставлю просто эту песню здесь. Может, у тебя или сердца нет, или кто-то есть. Я тебя нашла теперь поздно, я нас за дороги не вижу.
ты убьешь меня, то только любовью. Если неизбежно, то оно того стоит. До тебя оно не издавало ни стука. До тебя я думала, что два человека лишь набор букв в сочетании звука. Я тебя нашла, и не важно, даже если кончится плохо. Я знаю просто эту песню здесь. Может, тут тебя или сердца нет, или кто-то есть. Я тебя нашла, теперь поздно. Я назад дороги не вижу. Я останусь просто рядом с тобой здесь, даже если у тебя сердца нет, или кто-то есть. Я тебя нашла, и не важно, даже если кончится плохо. Я оставлю просто эту песню здесь. Может, у тебя или сердца нет, или кто-то есть. Я тебя нашла, и не мужчин. Спасибо вам большое за такую реакцию прекрасную на эту песню. Она мне казалась всегда такой сложной, очень личной, очень такая про меня. И я же не все про себя пишу, я же иногда еще пишу про подружек, про свои какие-то истории использую. Вот. А эта песня прям вот про меня. И поэтому я как-то избегала ее петь в конце. В общем, чтобы... А оказывается, она не только про меня, но и про кого-то из вас. И вот каждый раз видеть, что вы находите свои истории в моих песнях, для меня это самая большая награда. Из всех тех, которые можно подержать в руках, весомее всего то, что вы поете вместе со мной, и что вы находите свои истории в моих песнях. Спасибо вам за это большое. Сейчас будет очень неожиданная песня. Точнее, ее кусок. Если ты ее не знаешь, я тебя убью. Какое сегодня число? Поехали! 3 сентября. Давай. День прощания. День, когда горят костры. Олег, ты тоже не знаешь? Как костры горят. Обещания, да, в день, когда я совсем один. И еще разочек, поехали. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры. Еще и примерно все. Это припев и есть. Я календарь переверну точно, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Дима, ну почему, давай, ну почему расстаться все же нам пришлось. Все у нас и остается все у нас всерьез.
написать песню с двумя припевами, только крутой мог написать такую песню. Ира, ты что, снимала? Я тебя убью, если ты выложишь. Ты на мой снимала, я надеюсь? Дай попить, пожалуйста. В общем, я не могла, не удержалась. Я не выложила ни одного мема на эту тему, ни единого. Вот, но... День рождения где? Покажите. Друзья, я вас поздравляю с днем рождения. У всех, у кого сегодня день рождения, потерпите еще один медляк. Дальше будут танцы. Потому что в день рождения плакать не принято. Сейчас будет еще одна песня. Не такая популярная, как предыдущая, включая 3 сентября. А вот. Я про свои, естественно. Потому что она новая, потому что она из альбома, который вышел в феврале. Кто скачал? Признавайтесь честно. А кто не скачал? Резонный вопрос. Ну почему вы не скачали мой альбом? Ведь он был в тройке Apple Music, а это вам не хухры-мухры. Ну почему? Скачайте срочно, прям сейчас. Он называется «Сори». И я его писал для вас. Вот что делает с людьми невероятный недосып. Он делает из нас людей, которые еще веселее. Но после концерта я чувствую, я упаду просто со сцены. Но ничего страшного, поеду домой, у меня завтра выходной один. О чудо, у меня один выходной, я поеду на массаж. Поздравьте меня с этим. Знаете, когда я была на массаже вообще последний раз? Очень давно, действительно, очень-очень давно. Вот. Сейчас будет песня из альбома, которую не скачала большая часть находящихся здесь людей, я обиделась. И вот думаю, петь эту песню или нет. Я ее так люблю просто. Она такая важная для меня. Вообще весь этот альбом, он очень личный. Он очень личный, очень честный. У меня очень грустная история любви. И этот альбом ее венчает. И, в общем, эта песня тоже... Ребят, сорян. Я должна поставить текст. А то я забуду еще сейчас на нервиках. Просто маленькая, вам не видно. Теперь видно. Нормально, да? И мне хорошо видно. Хотя у меня с этим видно. Ну, ладно. Поем. Цунами так цунами. Те, кто скачали, знают и любят эту песню. Вам тоже понравится. Раз на концерт пришли. Где твои голосовые на повторе, который день? Микрофон вообще. Неоткрытых смс, что 200, но все они не одеть. Я не знаю, что мне делать, я стану забывать, как наши деньги хороши на стене отеля. Я не в своей тарелке точно, и кажется, твою мать, я в чужой постели. Как же так, что же ты?
И хоть так, и хоть так. Я люблю тебя, теперь ты знаешь. И хоть так. Спасибо. Спасибо большое. Аж почти не заплакала. В общем, следующая песня, собственно, находится на этом эфире. Отгадайте, какая? И ее слова я тоже почему-то путаю. Особенно второй куплет. Дорогие друзья, вернемся к тем, у кого день рождения. Поднимите руки, только честно, у кого сегодня день рождения, 3 сентября. Обещаю, что я больше не буду петь песню 3 сентября, честно. У вас день рождения? Вас как зовут? Настя! С днем рождения, Настю! А еще у кого день рождения? И с днем рождения, Свету! Все? Нет, еще? Сейчас тихо, тихо, а то я не услышу. Как вас зовут? С днем рождения, Наталью! Как мою маму прямо. Все, больше дней рождения нет? Где? Да мы никогда не закончим. Вас как зовут? С днем рождения, Радомира! Теперь все? Вы что, все 3 сентября родились, я понять не могу. Может, вы 2 и обманываете просто? Ну, знаете, чтобы так приятно было. Раз, поздравили. В общем, еще и у вас день рождения, вы машете телефоном? Сейчас гробовая тишина, потому что девушка очень далеко. Как вас зовут? Амина. С днем рождения, Амина! Правильно я назвала имя? Все? Точно все? Как нет? Вы шутите? У меня такого ни разу в жизни на концертах не было. Обычно один. Вот вчера вот работали у одной девушки на день рождения. По Кате с днем рождения и все, 20 я сказала, спела там и так далее. А тут, подожди, у кого еще? У вас сегодня? Так, покажите паспорт. Как нет паспорта? А как вам в баре продают? Или вы трезвая? Моя умница. Моя умница, вся в меня. Вот какая артистка, такие поклонники. Я тоже не пью много лет. Ни к чему никого не призываю. Отдыхайте как хотите. Получайте удовольствие от жизни как хотите. Лишь бы это не были тяжелые наркотики. Ну а что? Ну а что? Я мать подростка. Я об этом думаю. И так далее. То есть все мы взрослые люди, адекватные. Можем делать все, что хотим. Это мой собственный осознанный выбор. И если у кого-то он такой же, я абсолютно в этом вас поддерживаю. И все, кстати, мои друзья ближайшие. Тоже никто не пьет. Как так вышло? Может, мы выпили уже свою бочку в ранней молодости? Ну, не в такой уж ранней, но тем не менее. Парни тоже не пьют. Ну, Андрюха иногда. Эти женатые просто могут отхватить дома. Все, долго болтаю, потом кто-нибудь напишет мне с анонимного, знаете, с фейка. Много разговаривала. Ну, люблю я поговорить. Девочки, поехали, Sex and the City, поем. Танцуем, отмечаем день рождения всех тех, кого я перечислила и поздравила. Может быть, надо. Все сильные, все стильные, сквозь фильтры и маски.
дети. Девочки, не дайте мне позвонить ему. Девочки, не дайте сердцу разбитому отжигал на моих концертах. Лёх, ты на чем стоишь? У меня вопрос. На ступеньках? А, все поняла. А, Ирусь, дай попить. Попить и щекотно на глоточку сделать горячий. Ну чё, что я такими простыми вещами с вами делюсь, да? Что в микрофон. А то как-то пафосно, вот я не люблю пафосно. А если я язык обожгу, как я петь буду? Ты попробовала? Понимаете, да, какие отношения у нас в коллективе? Она попробовала мой чай. Нормальный. Контрастный душ для горла. Сейчас эта песня, да? Уже как-то не актуально она начинается. Надо слова придумать. Я уже придумала. Будет не кончится лето, а кончилось лето. Что придумать-то? Что я, не поэт, в конце концов, с многолетним стажем и 20 этими дипломами песни года. Качество. Да? Авторы вечно, знаете, задвигают куда-то вот в дальний угол. Я считаю, надо помимо песни года, надо еще какой-то конкурс учредить, в котором будут награждать авторов, ну или хотя бы объявлять авторов, потому что вот так артист поет песню, вы все пляшете, любите эту песню, а не знаете, что это я, может, написала. А я сижу такая и думаю, блин, если бы я была обидчивой, я бы обиделась. Но на самом деле нет. Поехали, друзья мои, кончилось лето, но будет бабье. Я ведьма, я знаю, точно будет. Я добрая, Гермиона. Лето, и в чужой постели, по миллиметру обнажаю.
звонит. Аффирмация пошла. Впитываем и пишем. И любим. Делали, чтобы сделать этот мерч. Мы спи... Да не спали, это вообще это про нас. Не говорите это слово, я заплачу. Не из-за песен. А правда, если вы думаете, я шучу по поводу того, что я очень сильно устала, если парни еще немножечко отдохнули после между концертами, то у меня в этот момент были съемки The Super 4 дня подряд, с утра и до глубочайшей ночи. И, собственно, с 4 сентября с завтрашнего дня на канале НТВ, по-моему, в 20:10, если я не ошибаюсь, но лучше зайдите ко мне в соцсети и посмотрите точное время выхода программы. Обязательно посмотрите, потрясающие дети. Дети невероятно талантливые, невероятно с невероятно поломанными судьбами, и они нуждаются хотя бы в том, чтобы мы просто с вами включили телевизор. И просто послушали, как они поют. И дали им частичку хотя бы вот с дивана, из дома, хотя бы частичку своего, не знаю, тепла. Я даже не могу спокойно про это говорить, потому что мне хочется их всех забрать домой. В основном все из детских домов. У кого-то, у единиц есть семьи, их удочерили, усыновили в младенческом возрасте из дома малютки, это единичные дети. В основном все остальные живут в детских домах или находятся под опекой в в семьях, где очень много детей. И я очень болею за этот проект, мне безумно важно, что я в нем сижу, и мне важно, чтобы вы все посмотрели. Чтобы вы все посмотрели, поболели за наших ребят потрясающих. Обещаете, что включите завтра телевизор? Если не телевизор, то хотя бы посмотрите потом выпуск на YouTube. Обязательно у канала НТВ есть YouTube-канал, и там этот выпуск будет. Они очень талантливые, и правда, очень всех их жаль, хочется всем им помочь. Мы помогаем, чем можем, но, в общем, ваша поддержка тоже, безусловно, важна. Я забыла, что я хотела сказать про майки, уже фиг с ними, с майками. Уже хотела рассказать, что мы ткань специально нам ткали, ткань для этих футболок. Вот, еще там усилитель ворота, и еще купите майки. Деньги мы отдадим этим детям. Вот, если пишу, то если кто-то вдруг захочет купить, то есть такая страничка в запрещенной социальной сети, называется Ринкоцов Шоп. В Телеграм тоже есть. И очень классного качества майки, свитшоты и худи. Мы не экономили, мы сделали классный, качественный продукт с фразами из моих песен, ненавязчивыми, как вы видите, факт. То есть это просто какая-то модная маечка. Я сама их ношу с удовольствием, и они очень классные. Это к делу не относится. Сейчас должна быть какая песня? Факт, собственно, да?
Поехали. Просто отпусти мою ладонь. Люблю все, что ты делаешь, и как. Пусть парковки, отель, потом ты прячешься неделями. Дурак, я никогда не боялась темноты. Я с ней давно, я сказана на ты. Но ты на 50 оттенков темней. Ты не подходишь мне. Все, просто отпусти мою ладонь. Души нет, так и не понял, разве просто отпусти мою ладонь, не держи, как будто я твоя, тронь мои души, не дыши со мной, так и не понял, вы классные, фак-фак-фак. И на этом бить мне, и, наверное, еще чаечку. Детскую песню, там обычно она посвящается всем женским именам, существующим на земле, от Ирины до Амины. Сегодня эту песню я посвящаю всем мужчинам, которые пришли на мой концерт. Дорогие мужчины, если вы пришли, потому что вас об этом попросили ваши женщины любимые, то срочно получите поцелуй от ваших женщин, потому что пойти на концерт Дубцовой — это
обращайте внимание, что в этой песне женские имена. Будем считать, что там мужские. В общем, тоже летняя, к сожалению. Я, кстати, люблю осень. Вот, не знаю, как вы, я люблю вот эту сухую погоду, когда уже сапожки, колготочки, вот это вот все, кожаные курточки. Это кайфовое, да, время года? У меня просто весна отобрана, потому что у меня аллергия весной сильная на березу, мне приходится уезжать, и я не могу захватить классное время весны, вот эти майские праздники, обычно самое цветение в этот период. Вот, поэтому я очень люблю осень. И осень такое меланхоличное время года, в общем, в которое прекрасно пишутся новые песни и выходят новые песни тоже. Кстати, скоро выйдет новая песня. Макс, так посмотрел, как ты знаешь. Нет, говорит, откуда? Как будто мы не работаем 12 лет вместе. Это сейчас не шутка про 12 лет. Вот я вам кусочек спела. Они не могут ее наиграть, потому что у них нет демки. Она только у меня, она буквально совсем скоро появится у меня уже в финальном варианте. И, собственно, мы приступим к подготовке к релизу. Не знаю, как назвать, потому что непонятно, как назвать, как назову Вася. Именем мужским назову, и все. И пусть гадают, почему я так сделала. Кстати, есть песня «Странная женщина», «Странная». Не моя песня. Вот. Это просто. Имейте в виду. Вот, поехали. Люба! Любовь! Ну и, естественно, одно условие. Всего одно. Только не плачь, мои девчоночки! Никогда не плачь! Только не плачь! Ну, настоящие мужчины, если и плачут, то только над сентиментальным кино, наверное. Только не плачь! И то тайком! Десять раз порой заброшен, но неверно в наше прошлое, но как войти?
высокая. Ну подожди, дай попробую. Сейчас, подожди, никто не снимает, в Инстаграм не укладывает. А как я зайду? Подожди. Такое я не умею. Дай руку. Я не залезу к тебе. У меня, правда, платформа очень высокая. Ну-ка, разверните меня. Стул. Знаете, сколько времени в детстве я провела вот в этом, внутри вот этого барабана? У меня даже есть, это называется бочка, у меня даже есть фотка. В нем папа барабанщик, и это, конечно, мой самый любимый инструмент. Парни, не обижайтесь. Мы еще и сегодня без басиста заметили. В укороченном составе он уехал с семьей отдыхать. Это уважительная причина. Заранее были куплены билеты, поэтому простим ему это. Надеюсь, что на качество нашего звучания это не сказалось. Привет. Я Макс. Ну пой тогда! Вообще не чувствую ничего. Подождите, еще по-другому. Понимают эту педаль, надо чувствовать. Если кто-то выложит, побью. Олежечка, спасибо тебе большое. Все. У меня прям реально платформа высокая. Вот. Все равно для неба. Тоже, если это кто-то выложит, тоже обижусь. Мне показывают... Нет, сейчас не эта песня. Мне показывают, что осталась одна песня всего. И, конечно же, это будет одна, к сожалению, одна. И после этой одной песни начнется мой выходной. Я знаю, вы меня любите. Я, честное слово, не врала, не преувеличивала. Период настолько сложный. Казалось бы, лето. Концертов меньше обычно летом, но... Было очень много съемок, было очень много концертов почему-то. И даже моя поездка на отдых, такое ощущение, что я не ездила вообще. Сейчас кто-нибудь скажет, вообще зажралась и так далее. Нет, ничего подобного, просто моя нервная система уже все, уже мне валерьянки уже дайте. Вот, в общем, как только закончится эта песня, друзья мои, я очень надеюсь, что искренне каждый из вас будет рад тому, что у меня завтра один выходной. Это звучит ужасно. Мне хочется заплакать на фразе «один выходной». Но зато этой осенью вас ждет очень много сюрпризов. Как связанных с музыкой, так и не связанных с музыкой. Только не подумайте, что я беременная. Нет. Это тоже с искусством связано. Да я вам не скажу. В общем... Я хочу пожелать каждому из вас в осенний период, так или иначе, пандемия никуда не делась, вирус стал легче, но тем не менее он есть, будьте аккуратнее и, конечно же, будьте здоровы. И пусть все те, кого вы любите, тоже будут здоровы. Это первое. Я всегда перед этой песней это говорю и не перестану это делать, надеюсь, еще очень много лет. Я желаю вам
небольшими мгновениями, но каждый день. Потому что в каждом нашем дне есть что-то хорошее. Вот сегодня мое хорошее – это почти целый час с вами. Потому что до приезда сюда, весь, я живу за городом, и ехать мне долго, и я проревела, честное слово, я проревела, вот Лёха не даст соврать, и Лёха. Я проревела весь путь сюда, у меня было ужасное настроение, ужасное состояние. Спасибо большое моей команде за то, что они меня как-то взбодрили, сказали, соберись, то есть я до последнего думала, что все, блин, хана. Вот, ну уже просто ну, такой нервный, невроз, короче, все. Вот, но я очень стойкая девушка, я это понимаю из раза в раз. В общем, я желаю вам в каждом дне, даже в самом ужасном, чтобы у вас хотя бы немножечко счастья было. Вкусный кофе, смс от любимого человека. Я не знаю, на работе что-то приятное вдруг произошло. Одобрили ваш проект. Не знаю, чем кто из вас занимается. Неважно, в каждом дне можно найти хотя бы немножечко счастья. Столики. Вы, кстати, нормально заплатили тогда. Молодцы. Следующее пожелание не для вас, извините. А дорогие друзья, которые на танцпол купили билеты, я желаю вам денег. Ладно, и вам тоже. Я желаю всем нам денег. Пусть они окончательного счастья все-таки не приносят, но тем не менее, когда все уже купили, пусть еще в кармане или вдруг найдется, или еще останется на то, что очень хочется. Вот когда уже за все заплатили, там квартиру, может быть, кто-то снимает, за учебу, кто-то там за детей, не знаю, даже там свозили на море родителей, может быть, все что угодно, а у вас еще раз и осталось, вот пусть будет так, хотя бы так, потому что это всегда приятно. Здоровье, счастье, деньги. И, конечно же, самое главное, то, из-за чего больше всего мы плачем, то, из-за чего больше всего мы радуемся, то, ради чего порой мы живем на этом свете. Некоторые просто не признаются, наверное, все мы ради этого чувства и живем свою жизнь на земле. Я желаю вам любви. Любви во всех ее проявлениях. К родителям с самого детства. Она ведь с нами с самого детства. Это чувство с нами с самого детства. К родителям. Потом к любимому, чем первая любовь. Потом к мужу, к жене, к друзьям, к подругам, к профессии, к хобби. К родителям, к нашим старикам, которые в нас нуждаются, которым обязательно нужно позвонить, если вдруг забыли. Смотрите, я вам напомню. Вот. Я желаю всем вам любви. Я пишу о любви, я пою о любви. Я сама вся состою из этого чувства 24/7. Я плачу о ней, радуюсь о ней. И вам желаю того же, потому что это делает нас людьми, это напоминает нам о том, что мы живые люди, у которых есть душа и сердце. Я вас очень люблю. Спасибо, что все это время вы были со мной. Поддержали меня в такой непростой, реально физически непростой период, когда правда нет сил. Спасибо, что помогали, пели, танцевали за ваши цветы, за ваши красивые видео в соцсетях. С удачного ракурса. Я буду любить вас долго, долго. И я надеюсь, что это взаимно. Споем все вместе! Долго, долго. Выходных не было долго, долго. Ну, здравствуй, лучшее, что было со мной когда-нибудь. Когда? Долго, недолго у вас не было, 16 то. Счастье просто вновь на этой сцене петь для вас и как. Как я тебя ждала.
еще через полгода мы снова здесь соберемся. Учредители, давай! Живущие в особенных условиях. И, конечно же, повторюсь, наступила осень. Даже если будет обманчивое тепло, будьте здоровы. Ну и дальше по списку. Будьте счастливы, пусть у вас будут деньги. И, конечно же, пусть в вашей жизни всегда будет любовь. Я тут вас точно очень люблю, потому что все, что я делаю, все, что я пишу, я делаю это для каждого из вас. И видеть вас за такой короткий срок вновь в этом популярном клубе — это большая награда для меня, как для артиста и автора. Спасибо вам огромное. И до новых, я надеюсь, скорых встреч, друзья мои. А что ты ржешь, Макс? А ты? Это ты покажи зрителям. Спасибо огромное. До новых встреч. Пока.